Первый раунд. Поддержка зала. Мастер спорта Илья Матвеев, Ивантеевка, Московская область. 81 бой, 64 победы в послужном списке. Победитель турнира класса А имени Капитонова в городе Люберцы, 2013 год. Студент МАИ, Московского авиационного института. Его наставник Сергей Рыжиков, заслуженный тренер России. В красном углу Илья Матвеев. Хорошо, я не пускаю.
Спортсмену 19 лет, 62 боя, 54 победы. Он чемпион Дагестана 2011-2013 годов среди молодежи. Победитель международного турнира в памяти Семена Трискина. Этот турнир проходит в Одессе. Студент университета. Его тренеры Рашидбек Ахмедов и Хасбулат Амбуриев. В синем углу Шакабуддин Альбуриев. Остачи! Давай сюда, третий раунд! Шакабуддин! Третий, последний раунд. Поддержка зала. Thank you.
Награждение проводят Авик Рудюнян, Владимир Тибекин, Алексей Трошин. Алексей Трошин награждает Александр Харьков.